космический телескоп «Хаббл» увидел формирование новой атмосферы на экзопланете с твердой поверхностью. Планета GJ1132b имеет схожую с Землей плотность, размер и возраст. Экзопланета, как представляется, начала свою жизнь как газовый мир с густым слоем атмосферы. К удивлению астрономов, новые наблюдения Хаббла обнаружили вторичную атмосферу, которая заменила первую атмосферу планеты. Новая атмосфера богата цианистым водородом, метаном и аммиаком, а также содержит газообразные углеводороды. Астрономы теоретизируют, что водород из первоначальной атмосферы был поглощен расплавленной магматической мантией планеты и теперь медленно высвобождается вулканической активностью, образуя новую атмосферу. Это первый случай, когда ученые обнаружили доказательства вулканической активности, трансформирующей атмосферу на планете с твердой поверхностью у далекой звезды.